Готовься не летом, а телегу зимой. В Чувашии началась подготовка к пожароопасному сезону. 4 единицы специализированной пожарной техники получил лесохозяйственный центр республики. На торжественной церемонии вручения ключей побывали наши коллеги. Ключи от двух лесохозяйственных колесных тракторов МТЗ-82 «Слуга» вручаются начальнику Батревского участка лесохозяйственного центра Тихонову Анатолию Ивановичу. Специализированная техника приобретена за счет субсидий, выделенных из федерального и республиканского бюджетов, и предназначена для Батревского, Шумерлинского и Чебоксарского участков лесохозяйственного центра. С помощью специализированных тракторов будут создаваться защитные противопожарные полосы. У нас такой техники не было раньше, но сейчас вот Саня, как бы образование лесцентра, вот, вручает нам новые трактора, вот, которые очень нужны нам в лесном хозяйстве. Очень хорошая техника. В общем, буду только рады. Спасибо всем. Лесопожарная служба создана в Чувашии всего 4 года назад. За столь короткий срок удалось свести к минимуму количество лесных пожаров и ущерб от них. Мы создали службу и каждый год стараемся оснащать ее. Потому что одно дело люди, но без техники, без оборудования свою работу проводить, конечно, нельзя. Сегодня в распоряжении подразделений лесохозяйственного центра находится 104 единицы пожарной техники. Количество качественного оборудования будет расти, заверил министр природных ресурсов и экологии Чувашской республики. В 2016-17 годах на защите бюджетных проектиров предусмотрено уже о выделении Чувашской республики около 8 миллионов рублей. Тем самым мы полностью 100% оснастим до конца 2017 года лесопожарной современной техникой. Дарина Игнатьева, Елизавета Зайцева, Сергей Рябчиков, Республика.